хочу построить дом. Слышал, что можно взять участок под индивидуальное жилищное строительство. Куда с этим вопросом обращаться и что делать для этого необходимо? С целью предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство любое заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка под строительство дома. В заявлении заявитель должен указать месторасположение земельного участка, предположительно площадь земельного участка и вид права, на котором желает, чтобы предоставлен был земельный участок. Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в многофункциональном центре, расположенном по адресу город Уссурийск, улица Некрасова, 91А. Заявления, поступившие в многофункциональный центр, передаются на рассмотрение специалистам управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа на предмет возможности формирования земельного участка и дальнейшего его предоставления. С учетом территориального зонирования, согласно правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа, рассматривается возможность формирования земельного участка, так как предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство возможно в территориальной зоне Ж1. Далее запрашивается информация о наличии прав третьих лиц на данный земельный участок. Запросы делаются в БТИ, в кадастровую палату и в управление Росреестра. В случае, если в течение месяца со дня опубликования сообщения другие заявления не поступили, данный земельный участок предоставляется лицу, изначально подавшему заявление о предоставлении земельного участка. Принимается решение, подготавливается постановление о предоставлении данному гражданину земельного участка. Затем решение направляется заявителю о необходимости выполнения им кадастровых работ и получения кадастрового паспорта земельного участка. В случае, если в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений все-таки поступили заявления от других граждан, принимается решение о реализации этого земельного участка с торгов. Обращаюсь с просьбой с целью экономии вашего времени и труда специалистов более точно и конкретно изучать информацию о заинтересованном вам земельном участке. Информацию вы можете получить на сайте администрации Уссурийского городского округа на предмет территориального зонирования земельного участка, где можно построить жилой дом, а где нельзя. И также на сайте кадастровой палаты, управления Росреестра на предмет наличия прав третьих лиц в отношении земельного участка.